А я при чем? Алло. Так только вы это вырежете, ладно? А вы можете позвонить маме и сказать: мам, я тебя люблю. Блин, хорошо, что вы это снимаете, да? Конечно. Мама, сегодня мой день рождения, кстати. Вот самое время. Да, я заработался, да. Прям сейчас позвонить, что ли? Конечно. Мам, привет. Мамочка, я тебя очень-очень люблю. Чего ты звонишь? Мам, ты знаешь, я очень сильно тебя люблю. Скоро приеду домой, обниму тебя, поцелую, подарков тебе очень много привезу. Ничего не надо просто. Ничего сразу, что надо. Просто сказал, что я тебя очень сильно люблю. Мам, я тебя люблю. Мам. Я это только не пугайся, звоню тебе сказать, что я тебя очень люблю. Ты чё? Ничего не случилось, ничего не случилось. Просто скоро день матери. Вот, поэтому так. Я тебе звоню не просто так. Я тебе звоню сказать, что я тебя очень сильно люблю. Да. Вот. Я говорю, люблю тебя. Ничего. Звонила тебе сказать, что я тебя очень люблю. Ну, это в преддверии праздника предстоящего. Поздравляю тебя с днем рождения. Ага. Сегодня еще день матери, оказывается, да? Я не знал. Да. 28-го. Ну, так сказать, в преддверии дня матери поздравляю тебя еще с днем матери. Вот, ну, если остальные поздравления там более такие секретарные, я уже буду делать в уборной остановке. Сегодня заскочу, наверное, что-то. Да, все, ладно, целую, я тебя люблю. Мам, привет. Я хочу тебя поздравить с наступающим днем матери, сказать, что я тебя очень-очень сильно люблю. Я тебя плохо слышу. Я поняла, поняла. 28 ноября вся Россия отмечает День матери. В этот день, и не только в этот, не забудьте сказать вашей маме, как сильно вы ее любите.